Привет! И у меня такая хорошая новость. Я наконец-то нашла в городе Гродно вот такую вот пряжу фирмы Газал. Она в этом сезоне актуальна, весь интернет про нее говорит. Это вот пряжа, вот посмотрите, как будто сверху баллончиком из краски такая побрызганная. На самом деле это внутри идет такая золотистая ниточка и сверху такой небольшой пушок. По составу она что тут идет? 9% мериносовой шерсти, 70% полиамида и 21% акрила. 50 грамм, 115 метров. Вот такая замечательная ниточка. Я вот провязала уже кусочек, посмотрите. Так вот получается, очень красиво. Цветов не очень много, но все, за какой ни возьмись, я покажу вам, за какой ни возьмись, все очень красивые, очень оригинальные. Вот, рекомендация здесь вязать на спицах 4-4,5. Вот это связано с спицах 4,5. Кто вяжет свободно, тот берите поменьше спицы. Кто вяжет туго, берите побольше спицы. Вот. Ну, хочу сказать, что нашла я только в одном магазинчике, Пуговка в Гродно. Так что, кто если там бывает, то, пожалуйста, приходите. И пишите отзывы, кто уже носил изделия из этой пряжи, как за ней ухаживать, не скатывается ли она. На ощупь она очень-очень мягенькая, очень приятная. Ночь, видимо, не догоняет нас, просто останься без... Там пока, всем спасибо, подписывайтесь на канал обязательно, не забывайте, и до встречи.